Где ты его откопал? Отвали, Пит. Эй, я работаю только с профи. И, кстати, позабудьте о звуке. А не как тогда в Амарило. Уже, блядь, 2 года прошло. Неважно. Он новичок? Не нравится он мне. Что, опять? Ты не удивляйся, если придется искать замену. Новый план. Сначала походим внутри, а потом снимем вступление. Ну да, как и всегда. Только не забудь про название шоу, ладно? Не вопрос. Сегодня в ужасах канализаций очередные ебеня. Доволен? Еще бы. Ну что, мотор? Поехали. Отойди. Закрыто. После вас. Так, зачем мы здесь? Ты не подготовился? А зачем? Хренов дом, жуткие звуки. О, тут призраки. Пиздец, я когда-то ведущим был. Ты знал? Помощником ты был, а не ведущим. Чё? Ничего. Просвети меня, Андре. Заброшенная ферма, пропавшая семья, возможно, убийство. Как обычно. Сколько лет она стоит заброшенным? 3 года. Клэнси, сними-ка это. Отличная перебивка получится. Итак, семейка деревенщин пропала. Не деревенщины, а бейкеры. Джек и Маргарет Бейкеры. Они были тихими, но не отсталыми. Хотя были слухи про их сына Лукаса. Типа дурная кровь. А, блин! И зачем я только надел свои лучшие ботинки? О, черт! Хорошо, что у меня прививки сделаны. Хотя... Это же отличный фон. Андре, как думаешь? Андре? Андре? Андре! Клэнси, ты видел, куда он пошел? Где он? Невероятно, сука! Последний раз с ним работаю. Знаешь, продюсер это временный, но хорошие операторы вроде тебя, Клэнси... Держись рядом. Что за нахуй? Ты слышал? Андре? Да где он, блядь? Андре, мужик, ты где? Что за черт? Да вы, блядь, шутите. Так, новый план. Ищем Андре и сваливаем отсюда. Нахуй это шоу! Ты первый. Хочу, чтобы ты заснял, как я геройски спускаюсь вниз. Так что ты первый. Что-нибудь видишь? Что там?
Ха-ха-ха!